Яма на проезжей части улицы Циолковского уже частично скрылась под камнем. Но это лишь первый этап ремонта. Следом сверху укладывают еще один слой щебенки, чтобы поверхность сравнялась с окружающим дорожным полотном. Также поднимают провалившиеся бордюры, и лишь после этого можно приступать непосредственно к заливке асфальта. Учитывая погоду, для мелкоямочного ремонта используют один из двух материалов. Это либо холодный асфальт, либо, как на улице Циолковского, литая смесь. В случае с небольшими провалами в асфальте мелкоямочный ремонт – отличное решение. В первую очередь, благодаря своей скорости. Буквально за 20 минут от ямы не остается и следа. На ее месте появляется ровное дорожное покрытие. К тому же важный аспект – то, что остывает такой асфальт за считанные минуты. Всего с начала года в Пензе отремонтировали более 1000 квадратных метров дорожного полотна. Уже восстановили 61 участок. В рамках гарантийных обязательств подрядная организация выполняет работы по ремонту аварийных разрушений проезжей части дорог. Выдано 76 предписаний. Также ресурсоснабжающая организация выполняет ремонт дорожного полотна в местах аварийных разрытий на магистральных автодорогах. На то, чтобы завершить работы на всех запланированных участках, у дорожников есть чуть больше месяца. Полностью восстановить места разрытий должны до 9 мая.